Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. И в этой реакции вы очень удивитесь, а сейчас поймете почему. В Geometry Dash контент-мейкерстве появился очень даже интересный человек. Он делает просто что-то невероятное. Он берет, значит, треки, которые применяются в Geometry Dash уровнях, можно сказать, даже популярных уровнях, и делает мешапы. Сегодня мы смотрим один такой шедевр под названием The Hallucination Right Version, один из новых. Ну что ж, не забывайте за Boosty, где реакции выходят намного раньше, чем на YouTube, ссылочка в описании. Давайте слушать и смотреть, мне интересно. Блять, я в ахуе. Ребята, всем привет, я ваш рот, и это мое лицо. Я не часто снимаю, вообще никогда не снимаю ролики с моим лицом, потому что я обычно так делаю на стримах. Но сегодня какой-то исключительный день, потому что, ебать, у меня 1000 подписчиков. За сутки я набрал столько, сколько набирал целый год. Блять, это... Поздравляю. Я вижу, вам понравились мои мешапы, поэтому я в честь этого заливаю новый мешап по The Hallucinations. Давай. Что, всем приятного просмотра. Ебать. Я этот мем уже знаю. Как же фаново оно играет. Bondage gay website. It's all male. Just loop it up. Гуччи сперма, на мне Гуччи зал. Охуеть! Как же мне... Сипует телефон. Я кончил. Гениально. Привет, пидорас. Осуждаю. Скибиди, пидорас, ас-вас. Скибиди, пидорас, 2, 3, 4, 5, я пидорас. Нифига себе, сюда эта фраза, ема, ты куда сай попала? Скибиди, пидорас, пидорас. Это, кстати, идеальный трек под The Hallucination. Вы когда, кто будет проходить, можете его включать, будет хорошей мотивацией. Либо просто берите... Разработчики этого уровня. И заменяйте песню. Как он эти мешапы делает? Не-не, осуждаем. Заебали, почему петары? Все за мной гнались. Я теревщий, вот теперь я брок. Ну где вы, пидорасы? Только сам Трэвис Скотт. Только сам Трэвис Скотт. Ему его в рот. Он такой пидорал, я не похуй на любовь. Мушика работает, лайфхак. О, нифига себе, фраза Вернама. Идем дальше. Ты дебил? А? Ты сам, блядь, задумайся. Мужик на роботе. Чё чепушило, блядь, осёл недоразвитый? Ты дура, блядь, ебаная? Чё ты высрал сейчас? Чё, блядь? Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчёт данного мешапа? В принципе, сам мешап получился прикольным, жёстким. Правда, на Твиче его, конечно же, никто не послушает, да? Несмотря на то, что это творчество. Вот, потому что здесь только запреток, что это полнейший жестяк. От души вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях свое мнение насчет моей реакции и мнение насчет данного мешапа. Присылайте идеи для реакции на Google формочку, либо через донатик. Не забывайте за Boosty, где реакции выходят намного раньше, чем на YouTube.
Все ссылочки в описании. Всем добра, бобра и демона. За галлюцинейшн вам. Всем удачи и всем пока-пока.